12 июня, в День независимости России, в городском парке проходила поздравительная программа. Ее открыла игровая площадка для детей. Танцы, подвижные игры – все это ждало ребят в этот день. Программу подготовил Дом культуры «Рассвет», которая называется «Воробьиная дискотека» вместе с клоунами, посвященная Дню России. Эта программа рассчитана на детей от 2 до 14 лет. Мы с удовольствием ждем всех ребят, девчонок и мальчишек, а также их родителей. Дорогие кумертауцы, мы от всей души поздравляем вас с праздником, с Днем России. Желаем вам счастья, здоровья, а также процветания. Судя по всему, детишкам нравится мероприятие, они с удовольствием играют, танцуют и подпевают под музыку песни вместе с исполнителями. Нам очень нравится, мы всегда ходим на такие мероприятия, участвуем очень активно. Ребенок очень любит такие, подвижный ребенок и очень любит такие мероприятия, танцует, поет, и поэтому мы не пропускаем обычно. В любом состоянии приходим сюда. Танцую. Я люблю танцевать. Я умею танцевать. День независимости России – один из важных праздников нашей страны. Он помогает осознать себя россиянином, почувствовать единство. Каждый этот праздник понимает по-своему. День России – это день каждого россиянина. Наверное, очень, очень важный день, потому что мы все живем в России и должны любить свою страну, как и любой гражданин любой другой страны. Должны ее гордиться, должны ее как бы беречь, дорожить. Любить ее, потому что в этой стране будут жить наши дети, наши внуки, наши правнуки будут жить в этой стране. Мы должны стараться делать так, чтобы нашим детям было хорошо в ней жить, стараться работать, любить ее. Свобода, свобода мыслей, демократия, все такого раньше. Поздравляю всех с этим праздником. Каждый год отмечается у нас в городе, хорошо отмечают. Отдыхаем. В свободное время приходим в парк. Нам-то пенсионерам можно ходить. В День России также был подготовлен концерт солистов и творческих коллективов города. А после него для горожан играл духовой оркестр. А еще детвора могла просто повеселиться в парке вместе со своими родителями, катаясь на каруселях и резвясь в бесплатных игровых зонах. Накануне Дня России в Музее отдела внутренних дел было организовано торжественное вручение паспортов. На это мероприятие приглашено 20 юношей и девушек. Добрый день, уважаемые ребята и гости! Стало доброй традицией вручать паспорта юным гражданам нашего города в День России. Ведь вы, ребята, будущее нашего города, нашей любимой республики, нашего государства России. Свой первый документ во взрослую жизнь сегодня получает Никита Рисаев. Никита говорит, что это для него событие важное и волнительное, и вместе со своей семьей они обязательно его отметят. Буду отмечать этот день хорошо. С родителями поеду в лес, шашлык есть, торт купим. Ну, стану взрослым. На мероприятии присутствует почетный гость, заместитель председателя Совета ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов Мукаддас Хакимов. Он говорит ребятам напутственные слова. У вас действительно такой самый торжественный день, самый ответственный день, что вы получаете паспорт гражданина России. Это, знаете, этот документ является вашим, так сказать, вашей путевкой в жизнь. Почему? Потому что он самый первый документ, по которому и с которым вы уже можете пойти туда, куда вы желаете. Почему? Потому что без этого документа уже с 14 лет вы уже не поступите ни в учебу, ни на работу, и даже не получите нигде даже проездных билетов. Паспорта ребятам вручает помощник начальника отдела МВД России по городу Кумертау Юрий Духновский. После чего обладатель этого важного в жизни каждого человека документа, который подтверждает, что ребята являются гражданами великой страны России, состоялась небольшая викторина. Ее подготовил молодежный подростковый центр «Самоцветы».
началом школьных летних каникул в городе начали работать центры дневного пребывания детей. Всего их открылось 12. 10 действуют на базе школ и 2 на базе учреждений дополнительного образования – детской юношеской спортивной школы и центра детского творчества. В пришкольных лагерях отдыхает более 1600 мальчишек и девчонок. В каждом центре дневного пребывания есть своя воспитательная программа. Пришкольный лагерь гимназии номер 1 «Радуга» – не исключение. Здесь упор делается и на воспитание, и на оздоровление. У отдыхающих в лагере детей есть свои любимые занятия. У нас всякие конкурсы в лагере есть. Мы тоже, у нас там праздники бывают. Мое любимое занятие в лагере – это когда мы ходим в библиотеку, и когда у нас каждый день в лагере мы путешествуем по разным странам. Вот. Мне очень это нравится. И мы ходим в кинотеатр «Горняк», на дискотеку. Вот. Еще мне очень нравится сам лагерь, друзья, которые в нем. Виртуальные путешествия совершают ребята по всему миру, быстро перемещаясь из одной страны в другую. Сегодня они в Финляндии, завтра в Болгарии, потом в Таиланде, Австрии, Украине, Мексике. Так они знакомятся с культурой разных народов, их традициями и обычаями, а также с достопримечательностями. Здесь же, в пришкольном лагере, можно мастерить, петь и заниматься множеством других полезных дел. Уникальность нашей смены в том, что мы готовим, развиваем не только укрепляем здоровье детей, но и развиваем их кругозор общий, развиваем толерантность, учим знакомим с традициями и обычаями других народов. Но и самое уникальное в этой смене то, что мы сотрудничаем с физкультурно-оздоровительным комплексом «Юбилейный». Наши детки посещают бассейн, восторги, море эмоций, радости. Потому что не все родители имеют такую возможность отправить своего ребенка в загородный лагерь. Купание в бассейне – одно из самых любимых развлечений для детишек, отдыхающих в центре дневного пребывания. Они ходят в новый бассейн спортивно-оздоровительного комплекса «Юбилейный». Здесь те, кто не умеет плавать, обучаются, а те, кто умеет плавать, совершенствуют технику плавания. Мне там очень понравилось. Понравилось плескаться, веселиться. Учиться плавать, барахтаться. Мы там и плаваем просто, и ныряем. Ну, ныряем, может, с тумбочек прыгаем. В центре дневного пребывания гимназии номер 1 работает 42 воспитателя. Детишки здесь находятся по 6 часов. Они тут завтракают, обедают, развлекаются, оздоравливаются. Возраст отдыхающих от 7 до 12 лет. Финансирование центров дневного пребывания идет за счет средств республиканского бюджета. Родители оплачивают только дополнительные развлечения, которые не входят в общее финансирование. Летние каникулы начались, а вместе с ними увеличилась опасность попадания детей в дорожно-транспортные происшествия. Для профилактики аварий, участниками которых часто становятся дети, проходит акция «Безопасное лето». В детском саду «Солнышко» была организована игровая программа. Детишки вспоминали правила дорожного движения с помощью сказочных персонажей – Буратино, говорящего светофора. Как правильно переходить улицу, что означают дорожные знаки – все эти знания юные пешеходы закрепляли, играя. Если желтый цвет, предупреждение, жди сигнала для движения. Но зеленый цвет говорит пешеходу путь открыт. Похоже, этот урок понравился и самим воспитанникам, и инспектору по пропаганде ГИБДД Игорю Ценкову, который наблюдал за всем происходящим, а потом поблагодарил ребят за их знания, надеясь, что они их будут использовать в повседневной жизни. Основные правила для вас – это не переходить в неустановленных местах, это где нету светофора, где нету пешеходного перехода. Второе, не надо переезжать пешеходный переход на велосипеде, потому что у нас вот недавно произошел случай, ребенок переезжал на пешеходном переходе на велосипеде, его сбивает автомобиль. Поэтому я смотрю, вы вот здесь вот все правильно поступаете, все правильно делаете. Дай бог, чтобы вы эти правила предваряли в жизнь.
Педагогический коллектив детсада старается регулярно давать детям азы дорожной азбуки. Ведь предупрежден, значит вооружен. Знание правил безопасности дорожного движения снижает риск попадания детей в нестандартные ситуации на дорогах. Мы стараемся еженедельно проводить мероприятия, посвященные безопасности детей на дороге. Обучаем детей правилам дорожного движения, знакомим их со знаками, знакомим с сигналами светофора, знакомим с регулировщиком. Очень частый гость в нашем детском саду Цинков Игорь Николаевич, за что ему огромное спасибо. Не только детям, но и многие взрослые у нас подтянули свои знания. Психологи говорят, что детей обычно учат личным примером. Ибо сколько бы мы ни говорили о правилах поведения на дорогах, но если мы их сами не соблюдаем, то и дети посчитают, что они не так важны. Поэтому то, что детишки проходят в детском саду, нужно закреплять дома, но уже на практике, в повседневной жизни, показывая своему чаду, что азбуку здоровья действительно нужно соблюдать, иначе может произойти беда. Пятнадцатого июня, в воскресенье, медицинские работники будут отмечать свой профессиональный праздник. Этому дню было посвящено торжественное собрание. Оно проходило в местной администрации. Немного непривычно видеть всех собравшихся на этом мероприятии медиков без белых халатов. Но даже вне стен своей работы медицинский работник всегда остается медиком. И если вдруг кому-то понадобится помощь, то он готов ее оказать. К этому обязывает клятва Гиппократа, которую дают люди в белых халатах. Позвольте искренне вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Ведь ваша профессия, она самая важная в мире людей. Ибо только Всевышнему и врачу дано право врачевать человека, встречать его первый крик, предвидеть его последний вздох. Вы дарите всем нам здоровье, спасаете от болезней, приходите на помощь в самые критические моменты нашей жизни. Органы государственной власти и органы местного самоуправления стремятся всеми мерами создать вам достойные условия. Модернизация здравоохранения завершилась. Много говорилось об этом последние годы, и не только говорилось, но и многое делалось. По программе модернизации была значительно улучшена материально-техническая база, заменено оборудование на более современное, приобретена спецтехника, проведены ремонтные работы в ряде отделений, увеличена заработная плата медицинскому персоналу. Кумертауская больница на хорошем счету среди сети республиканских учреждений. За последние 3 года произошло прекрасное переоснащение больницы. Прекрасный коллектив единомышленников, которые выполняют одну работу, которые чтят традиции и заветы тех врачей, которые основывали нашу больницу, которые в ней работали, и новые лица, которые прекрасно влились в этот коллектив и продолжают те традиции, сохраняют все традиции, которые создавались годами и веками. Опытные медицинские работники помогают молодым специалистам. Это преемственность поколений. Так передается опыт, чтобы пациент получал медицинские услуги хорошего качества. Рисковать здоровьем больных никто не может. На протяжении многих веков люди, которые врачевали, спасали от болезни, лечили раны, пользовались любовью и уважением. Ваши талантливые руки дарят сегодня радость исцеления и вселяют надежду на дальнейшую жизнь. Уважаемые врачи, медсестры, санитарочки, сегодня ваш профессиональный праздник. Хочется сказать много теплых и ласковых слов в ваш адрес. Наш с вами труд по-настоящему гуманный, героический. Возвращать людям здоровье и радость жизни. На торжественном собрании проходило чествование передовиков медицинского труда. За заслуги в укреплении здоровья населения им были вручены почетные грамоты и благодарственные письма городского округа города Кумертау. Некоторые медицинские работники были награждены за многолетний труд почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения, а также нагрудными знаками «Отличник здравоохранения Республики Башкортостан». Почетной грамотой была награждена и заведующая первичным сосудистым отделением врач-кардиолог Оксана Красина. Оксана Викторовна работает в медицине 12 лет, из них кардиологом 8 лет. Врачом стала потому, что с детства хотела лечить свою бабушку, которая болела. Вообще же профессия медика ей нравится потому, что приятно видеть результаты своего труда. Это одна из составляющих, почему Оксана Красникова любит свое дело. Видно результат положительный. Видно в глазах пациентов благодарность. И чувство удовлетворенности от своего труда. Наверное, именно за это.
Спасение человеческих жизней, облегчение болезней – задача очень непростая. Но именно этому и учатся медицинские работники. Именно этим они занимаются всю свою трудовую биографию, а зачастую и после выхода на пенсию.